хотел бы рассказать о котле на отработанном масле. Завершая этот год, всех, кстати, с наступающим Новым годом, завершая этот год, сделали партию котлов. И чтобы под Новый год, как говорится, записать какое-нибудь видео, рассказать о чем-нибудь, я думал вот записать видео о котле. Вот. Хотел показать, как он скомпонован. Котлы мы делаем квадратной формой, квадратный форм-фактор так называемый. Вот, я все его вот подключил в данный момент. Все. Улитка таким образом установлена. Тут реле, тут сопротивление стоит. Потом крепление. Вот. Испарительная камера с чашей таким вот образом сделана. Ну, как обычно на всех колореферах, аналогично на котлах. Вот. Блок управления вот такой вот. То есть вот так он включается. Вот. Опа. Крышка. Крышку ветром сдуло. Так, блок, не блок, а этот маслоподача у нас вот так вот выглядит. Вот, все я подключил. Вот, вот так вот выглядит котел. Вот это вот у нас крепление для того, чтобы связать вот эту внешнюю часть с внутренней. Это сделали мы для того, чтобы котел не раздувало после того, когда его устанавливают в систему отопления, соответственно, там давление. Вот, это давление как бы немножко его раздувает, и чтобы не возникало как бы каких-либо переживаний по поводу того, что он надулся, мы вот делаем вот такое вот крепление. Вот так вот выглядит. Вот, все котлы мы опрессовываем. Они как бы герметичны, все нормально. Вот. Вот так все выглядит со стороны. Дымоход подключил стандартно. Выход и вход. Вот. Подача. Вот выход у котла. Вот. Вот так все выглядит. Вот сейчас я его запущу и расскажу немного. Покажу немного, как вот он запускается. И буду рассказывать. Вот. Запускаем также стандартно, как обычно. То есть подводим масло. Вот к этой зоне, а потом уже зажигаем нашу чашу. Сейчас я включил масло на полную, и оно сюда у нас придет. Давайте пока оно у нас подходит, мы нальем немножко солярки и зажгем нашу чашу. Вот. Сюда я кинул ветошь, которая мне не нужна. Чтобы она сгорела там, и соответственно не нужно было ее, образно говоря, утилизировать. Вот. Так зажигаем. Ставим вовнутрь и закрываем затвор. Так, масло у нас пришло. Теперь убавляем на минимум. Все. Вот все действия, которые нужно сделать для того, чтобы запустить котел. Как это выглядит со стороны, я вот показал. В данный момент горит солярка. Вот, я думаю, видно вам. Вот она. Вот. И сейчас вместо солярки еще пошло масло. Вот. Таким образом происходит запуск. Вот. У котла имеется вот такой датчик аварийного отключения. Он крепится на дымоход. Помимо всего прочего, есть датчик термостата. То есть котел способен поддерживать заданную температуру, которую вы задаете. Вот, в данный момент просто стоит 20. Вот. Ну, инструкция по управлению блоком и по эксплуатации котла я также даю вместе с этим, с изделием. Сейчас я вот покажу. Она у меня уже приготовлена. Вот она. Вот так вот выглядит инструкция. Вот. То есть здесь все описано, как его запускать, как его останавливать, как эксплуатировать, как, соответственно, настраивать блок управления. Вот. Вот такой вот котел. Еще хотел
сообщить, что таких котлов сделано две штуки. На данный момент один котел свободный. Человек, который его заказал, у него изменились планы, и он его решил не покупать. Соответственно, один котел есть на продажу. Цена такого котла 50 тысяч. Если у кого-то есть необходимость, то у нас есть котел один на продажу. Вот этот котел, все у него, также блок управления, маслоподача уже упакованный. И сам котел просто упаковать и отправить мы можем в любой момент, как кто-то пожелает купить его. Вот. Ну, что еще могу сообщить? Хочу сказать всем, кто ждет свои заказы, не переживайте, мы о всех помним, у нас записаны, ни о ком не забыли, просто по стечению обстоятельств мы не можем сразу все сделать и, соответственно, работаем в данный момент по заказам, по списку заказов. Вот. Всех с наступающим, с Новым годом! Всем всего доброго, счастья, добра, здоровья в Новом году, чтобы все, как говорится, все исполнялось, все, что желается, все реализовывалось. Всем всего доброго, всем пока. Кто-то ждет, кого-то любит и надеется на чудо. Видит в небе ангелов парящих. Мы всегда во что-то верим и в распахнутые двери. Ждем чудес больших и новых.